Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмишбай, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение Dying Light 2. Как ты, не знаю, заметил или нет, вряд ли, конечно, это заметно, но я себе купил новую приставку. Теперь я записываю эту запись в 4К, надеюсь, что будет все получаться у меня и будет выглядеть достаточно красиво. Я, знаешь, почему сюда полез? Это не просто так, не просто так я сюда полез. Мне здесь хочется одну штуку сделать. Электростанция, передайте, ну, сделать безопасную зону и передать кому-нибудь из этих. Я в прошлый раз этого тупо не заметил, не сделал. Давайте, бегуны чертовы, залазим сюда, залазим где диване. Получаем свой качественный и отцовский пиздюль. Нет, больше не хочет. Я сейчас записываю на новой приставочке. Ощущения вообще потрясающие. Тебе, конечно, не видно, но все реально мне стало работать как-то поприкольнее. Опа, сюда. Ой, еще погоня. Слушай, а надо убегать. Надо убегать, короче. Что-то я как-то подумал, что от них лучше спрятаться и не влазить в конфликт. Не знаю, что этот такой смелый стал ночью с этими плакальщиками. Но... Ой, залезь. Мне вообще надо просто тупо побежать здесь. Ой, заражение еще. Ой-ой-ой, как я нехорошо все сделал. Как я все сделал нехорошо. Я здесь днем вообще просто как папка пробежал. А сейчас у меня погоня второго уровня. Прикольно, я раньше с такими не сталкивался, ребятами. По ХП все нормально. По ХП пока все окей. Лезь наверх. Давай. Я сейчас залезу на крышу, просто убью их, а потом... Не знаю, что он в бок не хотел лезть. Мне этого не понять. Сейчас, давайте, черти. Я не бегу к УФке, потому что они там все просто до меня не дойдут. А я хочу, чтобы дошли. Черт, ладно, придется к УФке чесать. А, 100 метров, это не та зона. А вот здесь работает? Здесь вот должны работать, правильно? Да, почему-то они горят, но сопротивляемость у меня низкая все равно. Все, я сейчас просто всех выкромсу, закончу эту погоню, соберу с них жетоны, перераспределю эту электростанцию, я не знаю, что еще как это назвать. Ну давай, подходи, ну подходи, ну давай. Слабо? Черт. Вот и все, вот и все. Я, слушай, я на радостях, если честно, что-то как-то начал с самого начала какие-то ошибки глупые делать. Я в прошлой серии не распределил эту электростанцию, я был рядом с ней. Почему я этого не сделал, я не знаю. Погоня закончилась. Отлично, отлично. Погоня закончилась. С ХП у меня... Давай полечим, на всякий случай полечим. Ты не представляешь, как быстро игра загрузилась. Просто моментально загрузилась. Серьезно. А карта все равно лагает. О, взять. Если зайти вот так вот в карту, переключаться куда-нибудь, карта все равно лагает. Не знаю. Ну, тут уже все. Тут уже не от меня зависит. Я уже... Я купил максимальную сейчас приставку, которую можно. Если что, новый Xbox себе купил. Все, максимально. Все, что от меня зависит, я сделал. Я не знаю, как оно будет дальше. О, слушай, а он же здесь мне скинул лестницу. И мы здесь не залезем. А я и забыл, это надо туда идти. Блин, а я так лез на это здание. А мне по факту надо вон туда. И падай. Я хочу залезть в электростанцию распределить. Я в прошлый раз затупил и этого не сделал. Сейчас я не повторю свою ошибку. Я сейчас... Залезь наверх. Че ты, блядь? Куда ты собрался перепрыгивать? Эйден, слушай, Эйден. Я уже, понимаешь, я уже даже не Эдиком его называю. Это уже Эйден, блядь. Это уже какой-то серьезный косяк Эйден. Вот Эдик молодца. А Эйден как-то решил покосячить мне немножко. Мне нужно понять, как вообще сюда внутрь залезть. Как залезть? 150 метров? Не. Мне пока УФК не грозит, у меня все окей. У меня пока все хорошо. Я надеюсь, что это та дорога, и что мне не придется куда-то в другое вообще место лезть, потому что я не уверен. Да что это такое было? Блин, я чуть не это, не упал. Это ли? Нет, это не дверь вообще. Здесь мы стрелка споймали, правильно? Вот, можем УФ немножко восстановить. А, подожди, наверх может залезть? Давай, залазь. Да, слушай, мы сейчас где-нибудь здесь залезем точно. Здесь нужно... что-то найти и восстановить электростанцию. Может, это по миссии какой-то надо делать, не знаю. Но я сейчас это сделаю. Я думаю, что все получится. Опа. Опа, сюда. Открыть. Забрать. Металлолом забрать. Искать.
Давай, открывай. Рейден. Новый геймпад. Новый этот. Ну, кстати, давай похвастаюсь, не знаю. Приставку тебе тоже не, точно не покажу. А вот геймпад, смотри, здесь у них новая кнопочка появилась. Это, короче, да. Круто. Я не знаю, я просто радуюсь, какой-то, знаешь, это покупка. Я достаточно долго к ней шел. Не то чтобы прям. Я мог себе ее купить раньше, но нужно было как-то оправдать для себя, потратить. Сколько? $800 я потратил. Может, наверх туда залезть надо? Как мне это сделать? Где карта? Подожди. Почему закрыто? Занятие заблокировано. Почему? Ну, отслеживай, дай. До автозавода мне, подожди, мне сейчас до автозавода не надо. Мне нужно... Так, дневник. Это все выполнено. Занятие. Ветряк и центр изучения какой-то. Все остальное выполнено. А что за приколы? Подожди, а что, я не могу сюда залезть? Мне типа уровень какой-то не позволяет или что? Давай, залазь. Эйден, ты че? Ты видел вообще это? Я видел. Мне не понравилось. А, сюда мы не запрыгнем, значит, надо сюда. Вот так вот. Перелезешь спокойненько на лестничку без всяких страшных прыжков, от которых я могу упасть вниз. Падай-то высоко уже. Мы уже достаточно высоко залезли. Сюда давай и сюда. Ну давай, залазь. Ну и чё здесь? И чё? А вот здесь я, наверное, бы сейчас это сделал бы, но почему-то нельзя, правильно? Ну давай еще выше, ладно, хорошо, я понял. Вот оно, желтеньким все отмечено. Это у нас, кстати, из первой части, профессиональные электрики, между прочим, только так и лазят. Куда? Сюда? Ой, ой. Ой-ой-ой-ой, чуть не упал. Ой, я сейчас упаду. Все, пиздец. Отдохни, Эйден, ты че? Выносливости не хватает ему. Я вообще не туда лезу, вон у меня здание снизу отмечается. Почему я не могу ее это разблокировать, собственно? Объяснит мне кто-нибудь, нет? Почему она у меня закрыта? Зона еще? Рано я сюда пришел, что ли? А, во, подожди, сюда надо. Не зацепился. Угу. А если, подожди, а если попроще сделать? Вот сюда залезть? Вот так? Ой, зря мучился, да, все это время, оказывается? И выше еще? Нет, выше нельзя никуда залезть. Ай, хрень какой-то. Давай, короче, искать мешок с мусором, на который мы прыгнем. Интересно, я вообще выживу? Не попробуешь, не узнаешь. Правильно, полетели. Это самый высокий прыжок будет в этой игре. Выжил, бля. Эйден, ты вообще красавчик. С такой высоты упасть и выжить, это прям нужно серьезные эти намерения иметь. Серьезные вообще вещи нужно делать. Я не знаю, что мне сейчас что делать. Надо отсюда уходить. Еще раз на карту посмотрю последний раз и пойму, что да, оно заблокировано. А почему? Измените распределение города, обеспечьте зону электроэнергии и создайте безопасную зону. А что закрыто? А вот это вот. Ветряк-вишня. А, подожди, может с ветряка нужно начать? Центр изучения, что-то там. Слушай, погнали к этому ветряку. Если это центр изучения, то, скорее всего, какая-то еще больница. Мы сейчас пойдем ветряк откроем, там переночуем, потому что, ну, ночью не хочется как-то бегать мне. Вот так вот. Как-то зомби он слабо перепрыгивает. В первой части перепрыгивал круче, на самом деле. Плакальщик успеет закричать? О, погоня началась. Успел, успел закричать, засранец. Погоня началась. Еще один плакальщик. Так, мне скоро УФ-ку придется достать. А есть у меня... А, ё-моё, я, наверное, их не открыл. Ладно, 150 метров у меня до ОФ-зоны. Ой-ой-ой, погоня какого уже уровня? Залезь наверх. Хватайся. Давай-давай-давай, хорош. О, сейчас мне на крыше проще с ними сражаться, если честно. Погоня пока только первый уровень. Интересно, почему? Я, по идее, двух плакальщиков прикончил по дорожке. Тихо, хп мои, все нормально с хп. Все окей, все окей. И тебе еще. Бля, устал. Эйден устал. Залезь!
Не, слушай, они даже через блок пробивают. Да чтоб тебя! Руби их, блядь, Эйден, что за хуйня? А почему они здесь бесконечно вылазят? Стоп. Так, подожди, пауза. Вещи. У меня есть УФки? Есть УФки. Почему они у меня не выбраны, неизвестно. Я сейчас себе под ноги УФ покину. Они вообще удивятся. Ха, нате, черти. Ой, быстро она заканчивается, да? Я не успею полечиться. Успел. Не, они здесь бесконечные. Они реально просто тупо вылазят, и все. Черт, ладно, пора уходить. Печально. Я хотел их всех убить и забрать. Столько всего сейчас оставлю. А если я их здесь порублю? Немножко. Нет, они вообще на крышах просто лезут без конца и края. Да, все, черт, к черту, побежали отсюда. Ай, нет, сюда бесполезно лезть. Это как-то неинтересно, я раньше от них проще уходил. Еще и контейнер с ингибиторами, ну вы серьезно. 70 метров до F-зоны мне. Третья погоня у меня, уже третий уровень. Это мне просто наказали за то, что я такой наглый решил с ними рубаться, да? А, черт. О, ветряк. Подожди, так я сейчас ветряк открою. Они ж мне не помешают это сделать, правильно? Залезь. Хорошо, хорошо, залез. Не допрыгнул. Так, ладно, в УФ-зону пора убегать. Черт, вот это плохо. Попаду, не попаду, долечу, не долечу. Все, смерть. Смерть мне, смерть. Ну, бонус ночного времени сняли. Давай ждать до рассвета. Я сейчас, ну, типа, ночью ничего не сделаю. Оживить на рассвете. Икс нажал. Так, окей, хоть где я оказался? На базаре? Ух ты, ё-моё, я так далеко. Ой, какой кошмар. Труп-то вы не хотите здесь убрать, нет? Слушай, ну они базар хотя бы восстановили, уже неплохо. Уже неплохо. Что мне есть вообще? У меня 3000 есть денег. Я могу УФ-факел сделать покруче. А что у меня еще есть? Коктейль Молотова. Ну, аптечку я и так как бы делаю неплохие, на самом деле, аптечки. Ну, давай сделаем. Радиус действия 6 метров, длительность 10 секунд, количество 2. Ну, можно, типа, у меня еще есть. 1000 монет хочет он за это? Нет. Давай коктейль улучшим. Буду делать коктейли покруче. Ладно, пока. Пока на этом хватит. Что у тебя есть? У тебя есть какое-нибудь крутое оружие? Я как-то без крутых пушек на самом деле бегаю. Редкий длинный топор — это не совсем то, что мне нужно. Редкая длинная дубина тоже. Опа! Это кастеты? Давай купим. Все, я кастеты купил себе. Я купил себе кастеты. Денег пока достаточно, ничего продавать не буду. Где мои кастеты? Я хочу сейчас с ними бегать, серьезно. Давай мы вместо этого поставим вот это. И изменить. Мы можем сюда поставить пламя. Ну, пламя, конечно. У меня только единственный вариант получается. Блин, дубина, молот. Я балдею с этих всех, конечно, орудий и прочего. Есть что-нибудь здесь покруче? У меня нет. Нет. Перчатки новые какие-то нашел. Слушай, так странно все это произошло. Очень-очень мне не понравилось эта ночь. Очень мне не понравилось. Пойдем. Пойдем все-таки доберемся до того ветряка, как я и планировал. Днем доберемся, ночью полезем в зону. Где карта? Почему мне не дали распределить электростанцию, я не знаю. Почему это заблокировано? Типа не хватает энергии или что? Почему это все заблокировано конкретно? Это больница. Нет, больница я был уже. Ладно, давай на ветряк. Первым делом на ветряк. Слазим. Они тебя избили? Слегка. Хуже всего то, что они забрали все мои. О! Вот это прикольно. Так, ладно, ветряк. Побежали. Рычит, падла. Вот в тень забегаешь и начинает рычать. Вот это прикол. Эй, блядь, не допрыгнул. Эйден, ты чё? Эдик. Новая приставка. Слушай, Эдик, ты должен лётать просто как сумасшедший. Серьезно.
Так, у меня отмечено где-нибудь? Вон, 100 метров. На мне недалеко, кстати, 100 метров всего лишь. Я просто какой-то день там не играл и, знаешь, уже отвык от управления. Но я не понял, почему эти чуваки бесконечно появлялись, если честно. Я думал, что я их завалю всех, и столько всего я там не собрал, просто кошмар. Мне, если честно, даже за это немножко обидно. Так, а здесь мы бывали уже, да? А нет, не бывали, это новая зона, в которую мы можем слазить. Но сейчас, естественно, я в нее не полезу. Я сейчас в нее не полезу. Днем там делать нечего. Днем безопасно на улицах. Ночью безопасно в таких зонах. Я хочу разобраться, почему это красное. Если я сейчас это запущу, то, по идее, это должно заработать, правильно? Недействующий ветряк. Или он просто красный за счет того, что он недействующий? Не допрыгиваю. Слушай, почему я не допрыгиваю? А, там нет вариантов, там только туда можно допрыгнуть. Стопэ. Может, у меня что-то не вкачано? Может, у меня какой-то длинный прыжок не вкачан? Быстрый подъем. А, это он быстрее еще будет по подъему лазить, что ли? Ну давай, не знаю, вкачаем, наверное, это что? Прыжок в длину. Отталкивайтесь от препятствий, чтобы прыгнуть дальше. Не совсем то, что мне нужно. По стенке бегать. Блин, прикольно, конечно, но нет. Давай вот это. Быстрее по уступам лазить. Я тогда чуть не умер из-за этого. Оружие пока не знаю, что вкачивать. Оружие я подумаю еще. А, его вон, подожди, вон же напротив было. Я не туда прыгал просто. Смотри, сюда, а потом вот сюда. Дурачок. Вот оно. Да, лечу сейчас. Ай, черт, сорвался. Выносливости не хватило. Еще и упал на немягкое. Ну, давай пробовать. Не, это надо залезть. Это решаемо. Тихо. И сюда, давай. Есть. У-ху. Я же говорил, что это реально. Я же говорил, что это можно сделать. Куда дальше-то? Я не понял. А, вот сюда, на стеночку. Ой, аж... Тихо. Не надо Эйден. Спокойно. Я начал его Эйдена называть. Он начал косячить. Эдди, блядь. В нем просыпается вот этот Эдди, которому не нравится, что его называют теперь Эйденом. Давай, открываем ветря. Откроешь мне ветря? Запустить. Ага, это предохранительно. Кусок металла. Он вывалится только, когда переплавится полностью. Любые напряжения выдерживает. Есть, отлично. У нас теперь ветрячок есть. А, хорошо, подожди, дай я теперь на карту посмотрю. Подожди. Может, он красным горит, потому что уровень 4, а у меня уровень еще не позволяет. Может, из-за этого... Ё-моё, так я понял. А у меня, наверное, какой-нибудь там второй или какой. Где уровень вообще посмотреть? А, у меня третий уровень, а это четвертый. Мне еще рано сюда лезть просто. Мне еще просто галимо рано сюда лезть. Вот и все. Может, здесь что-нибудь попроходить, какие-нибудь миссии дополнительные пройти? Что это такое? Неизвестно. Это же база этих ренегатов. Джека и Джо, походу. Блин, ну так а что мне делать? Что мне тогда заняться? Лавка, отслеживать, ОФ-зона, испытания. Мне надо вкачивать уровень 4, чтобы сюда лазить. Ну давай отследим, подожди. А ночью-то я смогу попробовать. Так, мне надо сейчас прыгнуть на мягкое. На мягенькое. Куда-нибудь куда. Опа, подожди. Вот сюда мы можем прыгнуть на мягенькое. Всегда так стрёмно прыгать с этой высоты вообще. Я хоть и в игру играю, но я боюсь высоты. И у меня прям такое ощущение. Типа сразу же. Так, ты мне, кстати, дашь этот в тайник залезть? Дашь мне, пожалуйста, мой бонус, нет? Бонус по предзаказу. Получить. Нет, ну не дает, ты видишь, не дает. Я сколько раз пытался уже взять, не дает. Может, обратно что-нибудь ему положить сюда в тайник? Давай положим вот этот второго уровня. Что тут по урону? 30, 29. Дубина вообще, молот этот, ерунда какая-то, если честно. Так, 3 УФ-ки у меня. У меня этих много допингов моих и грибов. Можно лезть. Можно спокойно залезть в ночью в эту зону. Ну все, хорошо. Подождать до ночи. Попробуем. Попробуй, не получится, если умру, вылезу. Ну, как бы вылезу, выкинет оттуда. Че я теряю, правильно? Я просто теряю очки, которые заработаю.
Те, что я уже заработал, они со мной навсегда. Не рычи. Эйден, все, не рычи. Спокойно. Вот он. Вот эта зона. Вот эта зона. Давай. Все, я разобрался и полетели. Ой, как шумно, что-то там такое шумит, мне кажется, неприятно. Я теперь по этим штукам должен быстрее лазить, правильно? Ну да, он быстрее лазит, реально. Реально быстрее двигается, отлично. Меня всегда бесило вот это, то, что он медленно лазит. А... И чё тебе... Ой, тихо, это блок, это не то нажал. А, вот это, да? А что я тут срисовал? Ничего? Ладно, подожди, надо почаще биноклем пользоваться. Сейчас мы лезем сюда. Сейчас мы лезем в зону ВГМ. Так, пока все то же самое. Пока все ровно то же самое, что и было в прошлой зоне. 4 этих ингибитора. Точно так же выглядит, кстати. Как будто бы та же самая локация, серьезно. Имеет ли смысл сейчас по-тихому идти или просто по-громкому пойдем? Я думаю, что пойдем по-громкому. Откроем нам быстрый доступ. Если здесь нет этого охотника, то мне вообще нет смысла прятаться. Давай пробовать. Попробую по-громкому. Не получится, убьют. Просто убьют. Что я теряю? Ничего. Вообще ничего не теряю. Давай, вставай. Прикольно с кастетами, конечно. Ну, слушай, они 4 уровня, да? Поэтому мне, типа, и не давало сюда зайти. Тихо. А, да, это ты рычишь, Эйден, господи. Эдди, блядь, не пугай меня. Кто-то рычал, я думаю, что за херня? А это, оказывается, Эдди рычит. Я знаю, что обнаружен. Быстро, давай, хлопни его. О, вырвался, слушай. Из-за счет того, что он 4 уровня, он вырвался из моей цепкой хватки. Горите, гады. То есть 4 уровня я не могу по-тихому убить даже. Вот это прикольно, конечно. Ну, не совсем, чтобы круто, конечно, но просто прикольно. Не говорю, что круто. Просто прикольно. Интересно сделали. Подумали над деталями, скажем так. О, тихо, отойди, я сам горю. Они не сгорают, они прям хорошо так коптятся, но не сгорают. Ну что, идем? Мне главное было от бегунов избавиться, потому что они бегуны, они быстрые. А этих медленных болванчиков я быстро покачаю. Это бывшие, наверное, эти какие-то врачи, правильно? Все бедные люди, они сражались за это. С болезнью сражались, а я тут вот сейчас вот так немножко это... Неуважительно к ним, конечно, но они хотя бы обретут покой. Кастеты долго не продержатся. Жалко, что я их купил, а не нашел, потому что они просто долго не продержатся. Где бегуны? Здесь где-то бегуны были. Вот они. Вот и бегун. Все, хорошо. Кто из вас? Никого? Ладно. Там это, опасная зона, давай залезем. Минута целая, хорошо. Если что, я вылезу, сбегаю в ту зону. Давай сюда. И тяжелый ящик, правильно? Правильно. Тяжело. Минута есть. Минута 15. Потихонечку. Не спеша. Я буду колупаться секунда 20, потом вылезу. Тихо. Кажется, нащупал. Да, нащупал, слушай, отлично. Опа, опа, тихо. Я понял, сюда. Все нормально, у меня еще... Блядь, на самом последнем сломался. Вот засранец, а? Не шуми, тихо. Он не сразу умирает. Он умирает не сразу. Есть, открыл. Да чё ты собирай всё? Хорош. Я мог, конечно, этого не делать. Я мог спокойно за эту минуту залезть наверх и не тратить свой расход. Ну ладно. Я немножко на панике решил перестраховаться. Открывай дверь.
И сюда. Мы почти, кстати, забрали уже один ингибитор. Из четырех. Полезли обратно. Враги, конечно, сильные. Враги сильные, да. Эти ребята четвертого уровня, они на быстрое убийство даже не подставляются. Поэтому с ними будет немножко подольше возиться. Заперто с, изнутри, правильно? Правильно. Сейчас будем искать, где зайти. Будем сейчас искать вход. Но для начала мы все залутаем. Все абсолютно. Все, что не прибито к полу, я заберу. Мы это все продадим. Нам это необходимо для нашей торговли. А вот, кстати, я себе усилитель иммунитета и вернул, который использовал. Так, а с этой стороны я пробовал? Нет? Тоже заперто изнутри. Хорошо. Ну, ничего хорошего, конечно. Но что поделать? А ты откуда взялся, прикол? Восстанавливаю выносливость, давай. Это бегун, что ли, какой-то? А нет, это не бегун. Так, минус. Минус один точно. Хорош. Надо же качать уровень, понимаешь? Как его еще вкачаешь по-другому? Сейчас. Я пока он упал, я просто отошел, чтобы у меня восстановился немножко иммунитет. Все, хорошо. Хорошо. Ну, блин, пусто. Че пусто? Они же они опасные. Че мне с них ничего не падает? Это тоже быщи. А, еще один, ё-моё. Ну, таблетки нашел хотя бы. Таблетки-то хорошо, их можно продать. О, еще. Их, конечно, мало, но пускай горят. Оставлю один коктейль Молотова на всякий случай. Хотя я ж могу еще сделать. Я ж могу прямо сейчас даже сделать еще, правильно? Вот он, коктейль Молотова. Создать. Могу 9 штук сделать. Раз, два и три хватит, я думаю, пока. На данный момент на 3 штучки хватит. О, бегун прибежал. Хана бегуну. Лег. Кстати, мачете как-то быстрее справляется, если честно, чем костюм. Все, хорош. Не рычи, Эйден, спокойно. Ты чё? Чё рычишь? Мы сейчас здесь это все сделаем, и я слажу тебе восстановлю уевку, не боись. Все будет нормально. Главное за ночь успеть. Я в прошлый раз и до утра аж здесь провозился. Сюда можем открыть? Да, мы можем сюда открыть. Так, а здесь заперто изнутри, правильно? Правильно. Странно, что они так сделали, интересно? Чтобы жизнь малина не казалась, правильно? Чтобы когда-то в какой-то момент ты понял, что не все так просто в этой игре. Опа, хорошо. Найс. Ингибитор. Один, наверное, будет. Ну, самый первый, он один. Да, один только. Что еще у нас тут лежит? Ничего. Открыть. Так, пойдем восстановим немножко УФ-ку. Мы это можем сделать вот тут. Странный звук он какой-то издал очень. Я даже немножко так это подрастерялся. Эйден, спокойно. Он ранен, что ли? Чего он так этот странно себя ведет? Вот, хорошо. Выносливость будем качать или здоровье? Я думаю, может, еще выносливости? Потому что... А, здесь закрыто, я сюда еще не спустился. Потому что, как ты заметил, мне сегодня чуть-чуть выносливости-то не хватило. Девять метров вниз. Окей. Я тут все забрал? Нет, я не все собрал. Эта штука денег стоит, между прочим. За эти деньги я куплю себе оружие. О, лифт. Давай для начала быстро этот срез открою. А нет, это не быстрый срез. Интересно, подожди. Ну, быстрый срез открыт. Я что? А, ну там я не спущу, все, я вспомнил, почему это так.
Ну, если что, через лифт вылезем. Да, ты чего, Эйден, блядь? Это вот уже немножко другая штука. Не такая, как в тот раз. Правильно, да, я вижу, она по-другому выглядит. Так, ну быстрого среза нету, я так понял. А вот. Вот здесь мы сможем залезть. Все, я понял. По этой вот трубе. Нет? Да, это вот я здесь хоть хотел прыгнуть. Спасибо за подсказку. Музыка для моих ушей просто, а не звук. Ну давай, открывай. А чё не открываешь? Открой дверь. А, вот же, господи, не заметил, с этой стороны. К замку лез всё, не, оно было уже открыто, оказывается. С лейвкой пока все окей, но я вижу, впереди будет зона повышенной опасности, вон, вот этом ящичке. Давай для начала разберемся с этими, с говнючками. Скоро сломается оружие мое, к сожалению. Ой, тихо. Господи, резко так передо мной появился. Так, я заметил, у меня закончились коктейли Молотова, потому что это были купленные коктейли Молотова. Мне надо сейчас поставить сделанные мной коктейли Молотова. Вот так вот. И давай еще один сделаем. Я могу сделать, если что, еще 5 штук. И это хорошо. Ой, нельзя же к ним подходить, сгорю сейчас нахер. Сгорел на работе, понимаешь? Выполняя свои трудовые обязанности. Ой, все, перестали сгореть. Ну, кастеты давай добьем. Я хочу просто дыхалку немножко восстановить. А, у меня оружие дальше не выбрано никакое. Вот это прикол. А у меня оружие закончилось, нет? А, еще есть. Еще есть, подожди, еще есть, все нормально. У меня осталось, если что, совсем мало оружия, кстати. Мне кажется, скоро мы здесь закончим. Придется еще раз сюда лезть. Потому что оружие ломается просто достаточно быстро. Ой, как он долго этой лопатой махает, капец просто. Еще и вынослив. Ну, вынослив, как не сильно тратит, ну ладно. А я даже не обращал внимания, сколько он до этого вынослив тратил. Почти добил уже всех. Надо по головам стараться бить. Все, и этого сейчас добить надо. Не дай ему встать. Да, с ними я как-то дольше провозился, если честно. Оружие просто подводит уже. Я что-то с собой там не взял, эти палки всякие побольше. Они как-то не думал, что быстро потратятся. Успеем, интересно, в зону залезть? Вот это опасно. Да не баллон, блядь. Выкинь туда его. Забери. Тяжело, давай. Минута 37, должен успеть. Тихо. Опа, нащупал. Да ладно, со второго раза нащупал. Аккуратней. Если я сейчас еще открою, то будет тихо. Вот накаркал, вот в последний момент накаркал себе. Черт, надо туда, значит. Нет, надо сюда. Есть. Вообще быстро взломал. Вот это я молодец. Качаю уровень, понимаешь? Скилл качаю свой. Все, выходим нахуй отсюда. Погнали восстановим эвку, я как раз пока добегу туда, мне уже и понадобится ее и восстанавливать. Где-то там должен был быть какой-то быстрый срез прямо на лестницу, но я, если честно, не готов сейчас рисковать и искать ее. Ой, а куда я пошел? Не туда, куда-то точно. Хорошо, подожди. А, вот, стоп. Сюда вроде как. Блин, я походу заблудился. Ладно, у меня восстановителей-то много всяких разных. Не, вот туда мне нужно. Вот, вот, все, все, нормально. Все хорошо, все окей. Не забыл. Мог забыть, не забыл. У меня много восстановителей, мне как-то не сильно страшно, поэтому я бы так или иначе вылез. А птичку надо использовать. Я смотрю, у меня что-то хпшки маловато. Ну, что-то у меня хпшки маловато, правильно, да? Я же сражался с зомби. Гасился там.
Долго лечится, капец, он долго лечится. Надо как-то будет, знаешь, все-таки вкачать, чтобы он... Время применения 3 секунды. Подожди, а это чем я пользуюсь? Я сделаю дай-ка штук 5 и попробую сейчас свои, ну, скрафченные поставить себе в слот. Хватит, что-то я увлекся немножко я. Так, вот мои скрафченные 12, ясно? Это аптечка первого уровня. Я пользовался аптечками первого уровня. А дай-ка вот я сейчас свою. Ну, немножко быстрее, да. На секунду целую. Хорош. Полетели. Полетели дальше. Я знаю, спасибо. Спасибо за подсказку. Я зашел в запретную зону. Если все пойдет гладко, я, может, даже всю ее облутаю. Но не факт. Нельзя наперед говорить. Наперед сказать сложно. В самом низу обычно их больше всех. Поэтому может произойти все, что угодно. Да и, блядь, слезь, пожалуйста, вниз. Если бы я нашел какое-нибудь оружие еще себе новое, было бы вообще замечательно. Не дает мне почему-то зрение применить. А вот, да. Выпендривался слишком долго как-то. Интересно, почему вы остались здесь отлеживаться, а? Все ваши товарищи пошли на улицу работать, кушать этих беззащитных граждан. А вы отдыхаете, расслабляетесь. Нет, еще не сломал, я думал, что уже сломал. Пусто. Конечно же, все можно пройти по-тихому. О, взлом, нормально уже, уже нормально. Тихо. Нет. О, здесь, наверное, нащупал. Да, чуть-чуть совсем, а? Открыл. Отлично, молодец. Так, что у меня теперь? 2 ингибитора есть. Я не могу еще, да, ничего сделать? У меня их просто по нулям было. Блин, странно. Я думал, что я могу что-то вкачать. Не хватает. А, 1 ингибитора. Ну, все понятно. У меня их было 0. У меня было 0 ингибиторов, поэтому я не могу ничего... сделать, собственно. Откроем дверику. Давай всех сюда в проход как-то соберем немножко. О, тихо. Что за лаг? Там баллон, я хочу, чтобы еще бахнул. Не бахнет? Блин, плохо. Должен был. По-хорошему должен был. Черт! Ты видал? Я его просто ударил в полете, он до меня не смог долететь, добраться. Вот так вот. Интересно, откуда берутся бегуны? Бегуны это типа паркурщики уже заболевшие? Типа на драйве чуваки не смогли после смерти расстаться с этим всем, да? Я знаю, что я пошумлю, я не знаю, кто на это прибежит, правда. Ну, вообще по нулям. Еще этого вообще не зацепил даже. Я, то есть, тупо зря нашумел. Плохо. Плохо, Ваня. Только меня это и поддерживает. Вот эта фраза. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Держит во мне интерес залезть туда. Ты жив. Лежать. Лежать. Сказал лежать. Кому сказал лежать? За Франца, а? Не слушаются, слушаю. Такие непослушные зомби стали в последнее время что-то. Так, а, ну все, здесь больше ничего интересного нет. Ну, кто-то живой еще. Не вставать. Что у меня есть еще из оружия? Двуручное? Блин, оно все супер медленное. Плохо, я вот без... То, что плохо, что я влез без оружия, на самом деле. Здесь ничего не будет, да? А нет, есть аптечка, прикол, я первый раз в аптечке нахожу аптечку. Вот это, конечно, интересно. Вот это, конечно, круто. Открой. Ладно, пошли ингибитор сразу найдем, потом будем все остальное облутывать, правильно? Правильно. Потому что я уже где-то рядом совсем с этим ингибитором, и хочется его как-то уже забрать.
А, вот. Быстрый срез давай откроем. Пойдем восстановимся тогда. Раз мы нашли быстрый срез, надо восстановить немножко здоровье свое. И сюда, правильно? Вот так. Я уже запомнил, как эти лестницы расположены. Тогда намучился. Я не знаю, Эдик так прыгает, как будто, я не знаю, это последний прыжок в его жизни. Такой прям... А, блядь. Он ранен, что ли? Или это из-за того, что он в УФке давно не был? Все, полетели дальше. Два я собрал, осталось два еще, и все, и больше здесь нечего ловить. Ниже я еще не слез. Окей, мне надо сейчас ниже спуститься. Вот это нижний уровень самый. Самый нижний уровень. Здесь еще много врагов, по идее, будет. Должно быть. Вот и бегун какой-то. Иди ко мне. Блях. Ой, низкий уровень здоровья, капец. Успею, не успею? Успел. Бошку снес, хорошо. Всем утра уже, кстати. Скоро утро, я опять здесь до утра сейчас провожусь. Ай, блядь, здесь здоровяк. Да чтоб тебя, а? Ладно, пойдем здоровяка завалим, потому что я без него здесь точно буду мучиться долго. О, УФ-ку восстановим. Хорош. Успею, не успею. Можно ради просто интереса попробовать, конечно. Но он уже близко слишком, он уже слишком близко, да. Все, удар. Бонус ночного времени, спасибо. Не попал, лох. Опущи. Ой-ой-ой, подожди, подожди. Тихо. Парни, вы что, я пошутил. Так, ладно, давай в УФ-ку залезем, там безопасно. Он сюда просто не попадет. Хе. Аптечку. И еще. Не восстанавливает мне аптечка полностью, я не вижу толком, как она правильно делает. Ну, погнали. Все, чё. Ай, черт, попал сразу же по мне. Ну, он четвертого уровня просто, он сильный. Ой-ой-ой, он очень сильный, я смотрю на его здоровье, все. Надо уходить отсюда. Да, блядь, встань. Все, выходим. Выходим, нет. Ты смотри, сколько я ему здоровья снял. Я столько с ним сейчас помучился и снял здоровье. А еще и темная зона пропала. Ну, не судьба, не успел. Я знал, что я рискую и лезу в этот... Просто в эту зону, которая уровня мне не подходит. Я потом сюда вернусь. Я дверь себе оставил открытую. Мне не придется ползать по верхним этажам. Мне придется просто слазить в нижний, и все. Так, что я теперь могу сделать? Там какой-то костер. Пойдем посмотрим опять, что это за книга. Я в прошлый раз таки не разобрался, если честно. Может быть, просто что-то интересное? Мне как минимум нужно на базар сходить. Мне как минимум нужно слазить на базар. Это кто? Величайший мошенник. Однажды он сказал, в этом городе полно лохов, которые надеются на чудо. Мы можем этим воспользоваться. Я не знаю, что-то мне не дается здесь присесть. Так, давай мне карту до какого-нибудь ближайшего торговца. Эй, Дэн. О, сюда давай побежали. Торговец. А, подожди, а это случайно не зона миротворцев? Ну пофиг, если они меня пустят, я поторгую с ними. 200 метров. 200 метров. Да, это будет зона торговли этих миротворцев. Мы уже даже сейчас мимо них бежим. Но они не нападают, не нападают. Они ж не знают, что я их убиваю теперь. Я не знаю, я, может, внимания не обращал, но Эден какие-то странные звуки постоянно издает. О, тут контейнер с ингибиторами, нет? Нет, он мне не дает сигнала никакого. У меня закончились хорошее оружие закончилось, и мне просто сейчас вообще нет смысла лезть туда. Так, куда я бегу, правильно? Хоть. Да, я бегу на базу, миротворцев. Разбирайте сами, ребят.
Я в прошлый раз, когда мимо них пробежал, в бою они напали еще и на меня. Было бы странно убивать их прямо возле их базы. Секунду. Все, я им враг, да? Ой, черт, валим отсюда. Все, они на меня нападают. Дерь не прокатит к ним на базу залезть поторговаться. Ну, это логично, потому что я высек их ветря. Залезь сюда, пожалуйста, Эйден. Давай, чуть-чуть выше. Сюда вот, молодец. О, это какое-то что? Испытание паркуром. Ну, давай попробуем. Я в прошлый раз облажался, плохо пробежал на самом деле. Я только сейчас заметил. Самое страшное 30 секунд, ладно. Окей. Мне надо просто максимально быстро собрать все эти отметки. Прикольно. А, это надо самому себе выработать маршрут, чтобы не тупить. А интересно сделали, конечно. Не, я не успею за 30 секунд, вы что? Я уже золото профукал, по факту. Ну хотя бы этот. Что я себе взял? А, я даже серебро не взял. Спасибо. Спасибо и на этом. Ладно, короче, все испытания не мое, я так понял, да? А, давай так, знаешь что, на этом моменте мы закончим серию. Следующий будем продолжать уже проходить какой-то, наверное, основной сюжет. А, спасибо, что досмотрел эту серию до конца. Я надеюсь, тебе понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного и самого наилучшего. Счастливо, пока и до свидания.